Привет, друзья! Сегодня мы с вами проводим вечер на уникальном мероприятии под названием «Мессиба». «Мессиба», что в переводе с иврита означает «вечеринка», это музыкально-танцевальный проект для всей еврейской молодежи Москвы, а теперь уже и Санкт-Петербурга. Ну что, пойдемте, может, зайдем, а? Друзья, я веду свой репортаж с Иерусалима. Здесь очень жарко, реально жарко, потому что здесь очень много еврейского народа. Я впервые в такой ситуации, но я думаю, что будет весело. Посмотрим, да? Ну, что нам остается делать? Давайте посмотрим. Я разговариваю с самым высоким евреем на этой земле. Как тебя зовут? Глеб. Глеб, привет. Как у тебя настроение? Офигенно. Все просто супер. Молодцы, Питер круто. Глеб, ты впервые на такой вечеринке? На такой, ну, в принципе, да. Чего ожидаешь от нее? Ну, скорее всего, море позитива и отличного настроения. Чего еще можно ожидать от такого? Глеб, ты петь будешь сегодня? Я бы с удовольствием, но мы завтра играем в футбол, так что я буду сдерживать себя. Красавчик. Знаешь, у меня для тебя есть два вопроса. Так как ты самый высокий, ну почти самый высокий человек, еврей. Вопрос такой. Я, например, знаю, как релаксируют буддисты, да, они медитируют. Как отдыхают евреи? Ну, евреи бывают разные. Можно выпить, можно, в принципе, и покурить, но как бы покурить пока нечего. Недавно был праздник Пурим, мне кажется, все видели, как отдыхают евреи. Очень весело и задорно. В основном пьют. Ну, как обычно. Сложно сказать. Как? Сложно сказать. Бухают. Много курят, пьют и предохраняют, естественно. Ну, это самое главное. Определенно. Иначе потом не покуришь и не попьешь, правильно? То же самое, все то же самое. Все то же самое, то есть под копирку. Да. Как она скажет, так и будет. Да. Покладистые евреи, что? Понятно. Вот, посмотреть на себе. Питер, Питер, очень рад, что Мессиба оказалась у нас наконец-то. А что, Москва, Москва, нам тоже хотелось. Может быть, будете еще расширяться? Может быть, расширяться. Сегодня открытие, я думаю, оно позитивно прошло, поэтому мы будем расширяться и будем делать мероприятие в Питере. Как оказаться одновременно в двух местах? Чтобы побыть в одном чуть-чуть и в другом чуть-чуть. Не, одновременно умная надо. Ты не спеши, одновременно надо. А можно клонироваться. Что сделать? Клонироваться. А еще можно есть новые технологии, так скайп называется. Представляешь, ноутбук стоит, а там твоя рожа, и ты здесь еще. А потом рожа твоя в Израиле, например. Класс. То есть можно и не в двух местах, а в трех, четырех. Да хоть к десяти. Да? Я же сказал, сколько евреев, столько и мнений. Точно. Надо сесть просто на два стула. Потом, короче, блин, плохо, не придумал, давай другой вопрос. Мы, евреи Москвы, находимся сейчас в Питере, но мы представляем Москву на двух местах одновременно. Черт, ну, да я не знаю, я не могу ничего поспорить. Принимаем, защитник. В двух местах телепортироваться. А вот и все, собственно. А мы тут голову ломаем.
приходится удаляться с этой по-иерусалимски жаркой вечеринки, с жаркими девочками и прекрасной атмосферой. Могу точно сказать, вроде все удалось. Самое главное, что мы хотим, чтобы Месиба оставалась как можно дольше на берегах Невы. Как можно дольше. Не уходите, пожалуйста.